Как в последнее время неоднократно отмечалось на самом высоком уровне, с дорогами общего пользования ситуация в России более-менее приемлемая. А вот с внутриквартальными проездами и придомовыми парковками – беда. В городском поселении Одинцово суть проблемы отлично понимают. Поэтому на летний период 2016 года здесь запланированы масштабные дорожные работы. По сути дела, мы видим начало работ. В этом году будет отремонтировано 65 объектов. Это более 90 домов города Одинцово. По сути дела, здесь начинается тот 8-летний этап ремонта, капитального ремонта дорог, который в будущем будет заложен. Финансирование работ совместное. Это деньги из бюджета поселения и областная субсидия. Всего без малого 80 миллионов рублей. Внутриквартальные проезды должны перекладываться раз в 8 лет. Если позволят средства, асфальт на самых оживленных улицах Одинцово будут обновлять чаще. Контроль за подрядчиком очень серьезный, вплоть до измерения температуры свежего покрытия с помощью специальных датчиков. На настоящий момент все рабочие замечания в процессе работы устраняются. Ну и благо еще хорошая погода позволяет нам без дождей, в соответствии с технологией, укладывать вовремя. Считаю, что достаточно неплохо покрытие. Жители пока довольны. В ходе работ снимают 5-сантиметровый слой старого асфальта, меняя его на новый. Через несколько дней здесь, на Союзной 2, сделают контрольные вырубки, проверяя соответствие покрытия заявленным в контракте стандартам. В случае отклонения от них дорожникам придется все переделывать уже за собственный счет. При формировании списка ремонтируемых дорог учитывалось мнение жителей. Адреса определялись по всем направлениям. Основное, конечно, это председатели советов домов, уполномоченные, это управляющие компании. Это просто какие-то жалобы жителей, предложения жителей. Все это потом аккумулируется, рассматривается. Естественно, самые-самые плохие в первую очередь ставятся в этот ремонт. Полностью весь объем запланированных на 2016 год работ по ремонту внутриквартальных дорог в 1-м, 2-м, 4-м, 5-м и 8-м микрорайонах города Одинцово должен быть выполнен к 30 сентября. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».